Всем привет, мы продолжаем проходить Human Fall Flat. Сегодня у нас будет, получается, четвертая миссия Гора. У нас там попросили ребята новое лобби показать. Мастерская называется. Давай, запускай. Там даже надпись вон лобби. Мне интересно, в лобби можно выполнить вот это катание на этом самом? На мусорном баке. Так, поехали, гора. Пока гора грузится и пока мы летим падаем, я читаю, какие достижения есть на этой локации. Что там наверху? Это пройти уровень гора, понятно. Потом, дальше. АЭО называется вот так вот достижение наше. С помощью веревки перебраться через пропасть на уровне гора. Есть такое, да? И потом, тихий час, шумные соседи, избавиться от громкоговорителя на уровне гора. И мое сокровище, собрать в кучу все драгоценные камни на уровне гора. Вот такие вот у нас достижения есть на этой локации. Може, треба прыгати, а потім руки нажимати, а не сразу. Хоча, ні, він прыгає. А яка рань? Почему? А це за що ви? Ці прыжки, от я ж, ти ж кажу, на геморрої все твої сірі. Ні, ну якщо ти хочеш просто перепрыгнути, ти просто нажимаєш прыжок. Ну, може, у вас із-за того, із-за пінга, може, ні? Хоча, вроді би, і нормальний інтернет працює. А попробуй держать пробел, он вроде бы если держишь, он выше прыгает, или мне кажется? Не знаю. Да, я просто пробелом прыгаю, плюс-меньше. Ай, ну вот тут я промазал. Да, похоже, нужно держать пробел просто. Так, тут обучалка какая-то валяется. Ну там ступеньки есть, чтобы зайти. Упал. Там вот какая-то кнопка внизу лежит. Пойду почитаю. Так. Лезем вверх. Чтобы хорошо упасть, нужно высоко взобраться. Это учебное видео снято для тех, кто чувствует себя не на высоте. Но готов с этим как-то бороться. Карабкаться – это не труднее, чем заниматься йогой. С той лишь разницей, что занятия йогой никуда вас не перемещают. Ну, хватит болтать. Поднимите руки, глубоко вдохните, не обязательно. Подойдите к препятствию, опустите руки, ухватитесь за препятствие. Посмотрите вниз, чтобы подтянуться. Идите вперед, опустив руки. Главное вовремя отпустить руки. Отпустите их слишком рано или поздно, и вы никуда не вскарабкаетесь. Уж лучше займитесь йогой. Итак, поехали, упражнение. Оп, 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 оп. Так, и мышку на себя. Отлично. Нажимаем ручки вверх, поднимаем, опускаем и тянем. Есть. Ой, упал. Ой, упал. Уба, уба. Вообще не получается запрыгать. Вообще. Не получается? Да, с этим прыганием тут есть такие нюансы. Я тоже помню, да, уже на... Сильно разрон взял большой и упал назад. Смотри вон на того Индиана Джонса, где он уже лезет. Чекай, я сейчас лететь буду в самый низ. Я ж помню, что куда это. Это цветочки. Ты же захочешь добраться до того каната, по идее. Ну, естественно, Володя, достижение нужно Тарзана этого. А добраться до того каната тут, ну... Ну, смотри, там я сохранение сделал, кстати. Если да. Вы сдохнете, вы, по идее, сверху появляетесь. Да, так что, Володь, если нервы сдадут, можешь точно просто прыгать вниз. И окажешься уже не.
Что тут получается? А, блядь, упал. А я могу вот здесь вылезти. Во, вот, так, вот здесь можно вылезти, слушай. Во. Смотри. Там вон половину можно не прыгать вообще. Вот, смотри, подошел. Конь. Так, ну, а нам... Я допрыгав до цього сложного участка. Я да, ну. Можна вот так вот срезати. Можна легшим путем пойти. Ти вже де, возле каната? Да, я вот, в принципі, считаю, що да. Дальше тільки пройти до нього, но самый сложный кусок я пропрыгав. Ок, попробую, он здихає з края і появився трошки вище. Лезем еще выше. Чтобы забраться еще выше, прыгать и хватайтесь за край. Поднимайте руки и бегите к препятствию. В прыжке ухватите за руку, опустите руки, чтобы подтянуться. Идите вперед, опустив руки. Правильно выбирайте момент и используйте. Если вы не отпустите руки, то будете выглядеть глупо. Shaking hands and walking away without releasing your hand. Прощание, сука, пожатие. Правильно, хорошо, тоном нас научат никогда так не надо. Блять, не успел. Я ж не могу ни ступенек, ничего не делать. Где это все? Бля, когда мы играли? 4 года назад в эту? Или 3 года назад в это? Да, что такое? Это одна из первых игр. Да. Перезапуск, да, сейчас... уже с суперкамерой, в 2К монитор. Бачик, час иде, ну. Да. А скилл-то остался, чувствуется, что шаришь, помнишь, как жать кнопки. Ага. Если просто раньше вот это было адом, казалось, вот это прыгание. Аж пот со лба шел. А, мы тут дуже довго прыгали, я не знаю. Сейчас только тут сложный момент, конечно. Не, ну можно прыгать, но... Часто просто будешь падать вниз. А там вниз знову прийти туди дохнути. Ну я тоже упал. О, все. Это все, это... Не, там можно было раскачаться, чё ты, Джонни? Инди. Давай Инди! Я ще не помню раскачивание, честно. Нет, так это вообще твоя фишка, это ты придумал. Ты был мастером раскачки, у меня не получалось. Я потом забыл все. Так, а чекпоинт? А, вон, да, то есть нужно вам сюда пропрыгать, вот, получается. Вот тут, получается, мы ставим руки. А вот здесь что, нельзя? Пробуем. Можно, там это второй путь, первый. Нам нужен сложный путь. Так, вот фонарь. Одну кучу. У нас нести 7 драгоценностей. И тягаешься? А, ты просто ведь руки. Ну ты нормально зачепился. Вижу, зеленый лезет. А где Инди? Я тут стою, вот на краю тоже смотрю на шапочку. Ладно. А мы не можем как-то его телепортировать туда? Чтобы поменять направление безопасно, камеру туда аккуратно направляешь и... Ой, что-то не достал, там надо раскачка. Но... Ой, я отпустил руки обе. Подожди, это вообще в ту сторону он брался? Можно было и в другую сторону он полезть. На, там, где кнопка, он туда он проще, да, мне кажется, залезть. С того надо было на кнопку прыгать. Вот сюда, и потом направо лезешь. Можно налево, а слева направо допрыгнуть. Либо если руки достанут.
А где ты, женщина, я тебя не вижу? А я вот на первом этом, куда надо запрыгнуть, чтобы добраться. Вот залазить, то более-менее еще. Прыгать, то, конечно, надо привыкать. Так аккуратно, Вовик, там назад к кнопке пробуй прыгнуть. Ага. А прыжок, он не всегда почему-то срабатывает. Да. Подсаживать идешь? Будем подсаживать, ловить? Ближе стану, да. Так, это вот так. Слово. Вот здесь высоко. Руки вверх и. Руки вверх, жопу вниз. Можно с прыжком, можно без. Сейчас. Залез. Я просто чуть-чуть прыгаю. Мы когда начинали играть, у нас были прыжки, руки сначала вверх. Это Женя еще вроде придумал схему. Сначала руки поднимаешь вверх и включаешь липучки, да, потом прыгаешь. Я так всегда делаю. Вверх, липучки, потом прыжок. Да-да-да. Да, если не вовремя нажал, то ты уже не долетел до нужной высоты, чтобы не схватиться. Блять, почему не пытается? Посмотри на него. Так, и тут самый сложный момент. Первый самый сложный момент, это чтобы еще пробел. Вот, и я пропал. Сейчас буду подниматься назад, только я иду сдох. Ой, вот это вот там, конечно, да. И нету ничего, чтобы подложить, я не знаю, там палки какие-то накидать туда. Ой, бля, да. Блин, я так был хорошо тогда пропрыгал, и сейчас я вообще не могу вначале пропрыгать. Да, я тоже первый раз попрыгал, а теперь я на первый сдох. Вовик, иди просто падай вниз, и ты будешь прям тут. Я тоже что-то... То получается, то нет. Пробел бывает не срабатывает. А, опять пробел. Я что-то рано его нажимаю. Надо понять, вот когда его нажать, но тоже иногда такое, что пробел как-то рандомно. Он сразу срабатывает, то с задержкой, и все рандомно, такое ощущение. Есть большая идея. Может быть, он лучше работает, когда не нажимать липкие ручки заранее. Может. А вот может быть липкие ручки, но все равно в прыжке надо их делать, эти липкие ручки. Сейчас, подожди, не пуск. Не этот. Сейчас я тебя попробую подтянуть. Смотри, можно вот так сделать. Я, пуски, например, подожди, если Володя не может там пропрыгать, смотри, можно вот отсюда зайти. Видишь, я где поднял? Через красный контейнер наверх подняться. А здесь мы дырку раскроем пошире. Отпускайся, Вовик. Да, не отпускайтесь, держитесь, я вас вытащу, попробую. Давай, ой, ну, я стойте. Держу пока. Так. Сейчас. Подожди, нет, так лучше ты двумя руками ищу. Одну руку то, что не надо, попробую отпустить только правильную мышку. Это надо, чтобы, это короче, ты другой рукой. Левая. Другой рукой меня хватает, другую. Попробую схватить меня за ногу или за жопу. Я одной рукой Вовика держу. Тебе надо именно меня двумя руками, и чтобы жопа была там. Так, давай я тебя хочу. О, а о, да, пусть Володя держится двумя за тебя. О, Вовик может подтянуться. Кто-то схвати, не, я камень схватил сейчас. О, я как-то вроде бы только что чуть-чуть на локоть подтягивался. Вот, не, я не знаю, ты меня за руку держишь или да, ты я за руку, сейчас, подожди. Блядь, это моя рука правая, не вижу. Нет. Правой я... рукой надо мне за макушку. Я не вижу просто.
О, сейчас ты меня за спину держишь одной рукой. Давай пробуй выйти просто. Нет. О! О-о-о! Все. Так, подожди, отпущу. Держу. Держу. Все, стоим. Буду страховать, принимать, давайте, если что. Главное, если прыгнул. А, держись, лепи, волка, неси. Подожди, это мне надо прыгнуть где-то так. О, а я его почти... Он подтягивается, смотри. Давай, давай, мик. Я за стену, да, наверное? Угу. Сейчас, подожди. Подожди. А втроем легче, видишь, мы можем из троих сделать. О, зацепил его за макушку. Ага. Он отпустился. Ловик, давай руки вверх и лепить, куда сможешь. Да, да, и подтягивать тоже. И подтягивайся, отпускай руки и опять руки вверх. И лепись. Давай тоже подтягивай. Опа! Все, стойте, держи. За тыкву вытянул. Сейчас я попробую. Нормально? Есть. Так, тут просто залезть. Просто. Здесь просто руки вверх и подпрыгнуть. Так, руки вверх, потом подпрыгиваем. Руки вверх, подлепить и прыгнуть. Должен вытянуть, затянись. Так ножками потереби, он залезет. О, подтягивайся. Тихо, не упади, не упадите, не упадите! Я, да, отошел. Прилепился, отлепись. Возьми его за голову, когда он потянется. А он сейчас нормально залезет. О, держу. Все, жопу держу. За талию держу. Оп. Так, теперь сюда, да? Угу. А тут получается просто прыжок, но можно и с прилипками, чтобы на всякий случай, да. Липкий. Нормально, нормально. Есть. Вот видишь, ручки спасли. Так. Так, теперь подожди, сюда. Подожди, давай, Вовик, ты первый. Аккуратно. Так, я если что на приемке. Так, липкие ручки. О, отлично. Держу. Только не падайте. Женя. Все, стойте, не двигайтесь. Оба! Есть. Подожди-ка. И последний штрих. Подожди, Вовик, давай ты первый, потом будешь ловить. Оба, буба! Стою на... Подожди, не... Липкие ручки. Ура! Чиполлино! Чиполлино! Держись, Вовка, держись, держись. Нет, нет, не отпускайся! Я же не видел, что ты меня отпустил. Я даже не схватил тебя, я не успел. И сейчас, может, я спрыгну, но на немножко ниже. Блин, а я спрыгнул точно так же. А, так. Можно было стратить метр высоты и ширины было. Да, я думаю, может по моим осады, чуть-чуть по мне подлазит. А если я подпихнусь вверх? Я могу вам ноги дать вот так свои. А ну попробуй. Так. Ну, конечно, методом раскачивания, но мы его еще не выучили. В принципе. Все равно, да, вы сильно низко. Бля, у меня уже рука вспотела. Отпущу. Уже кнопки выскакивают. Угу. Попробовать руку поменять. Так ему подтянуть. О, Женя стоит, охуеть. О, хорошо, держись за спину, я поднимаю чуть-чуть. Можешь Вовик достать? Не? Я его не достал. Ты перед этим так хорошо стоял. А ты за ногу меня можешь схватить? Ну вот, на таком же самом уровне. Вот так, а хорошо, чпок. Если ты держишь меня за спину... левой рукой, значит, правую ты можешь отпустить и тянуть вверх, да? Не знаю. Мышку. Ну, я очень сильно падаю. Ага. Я тогда, получается, не могу подтягиваться, я понял. Тебе нужно, чтобы он тебя держал за двумя руками, чтобы у тебя была рука свободная, если ты будешь его поднимать с собой. Либо кто-то, хорошо, схватите меня за ноги. А я подниму вас. За спину? А ну, Вовик, давай попробую такое, опускайся. Хватайте меня, схватите меня кто-нибудь одной рукой свободной за ноги. Просто правой рукой зацепиться еще за меня, за спину.
а не за стену. Левая-то уже держится за мою спину. Угу. Попробуй правой, за жопу пойдет. Так, поднимайся, а теперь ты поднимайся. Есть? Но я не выше тебя. Хорошо, опускаемся. Попробуй вместо жопы вцепиться за спину правой мышкой. Правую тяни вверх, насколько были получится. Выше, стали ниже. Бочком, может быть. Ну, жопа, ну ладно. Так, короче, наверное, не знаю, наверное, не получится. Ну, тут только раскачивание, мы же, говорю, мы не изучили этот момент, как выбраться. Ну да, если бы вот или Володя правой рукой смог раскачаться и захватиться, подожди. Либо ты. Вот хорошо. Вы были выше, вы уже очень вниз уехали почему-то. Вова было очень высоко, да. Почти мог бы схватить меня за ноги, и ты же не мог бы схватить. А если я чуть-чуть подтянусь вверх, но, блин. Так, давайте я, наверное, попробую сейчас перезайти, там, перепрыгать. Ну-ка, попробуй мне тут раскачивать. Давай раскачечку и правую ручку крепи. Не, правая рука пока не хочет. Надо нажать именно в тот момент, когда... Надо ее закинуть, так чтобы она хотя бы чуть-чуть выше стала. А ниже. Тут стена еще неровная. Да, вот, кстати, то, что стена неровная, это мешает. Ладно, короче, прыгаю вниз, все. Бля, а бегу, почему я левую сдыхаю. Не отпускал, он отпустил. И я упал. Блин, мы там так хорошо прошли, кстати, и там вот стратили в конце. И непонятно, почему. А ты что, где? Здесь, вон. Внизу? Да? Ну, нет. В середине где-то. Стыхай. Блять, уже нарыв. И где-то спрыгивай вниз, появишься сразу вверху. Мы это все равно прошли. Этот этап. Вообще лазил тут. Можно. И тренировка у меня есть. Не, мы тогда с Вольфиком реально долго тут прыгали. Не знаю. Есть вариант зайти в пещеру, открыть проход, и Вова сможет залезть через красный вагон туда, к тарзанке. И зайти в пещеру сверха, да. Ну давай попробуем. Ты иди в пещеру, а я Вовика буду ловить тем временем. А я пока тогда пойду открою проход. Ну, втроем, да, кстати, можно по-другому. Ну, то есть есть варианты, я как подтягивать. Я же об этом тебе и говорил, что лучше начать заново, потому что втроем это, ну... Ну, вот даже вот здесь, где мы, да, втроем прыгали, вот здесь на скалах. Угу. Вдвоем, ну, не, вдвоем мы тоже так, типа такого делали, похожего способа передвижения. Хотя там внизу есть деревяшка. Какая деревяшка? Ну, как-то она... Сейчас я попробую ее поднять. Поднимается, да? Поднимается. Я ее принесу. Вот такой пандус. Это три уже вижу. Блядь. А куда-то, да? Да, наверное. Я, правда, не знаю, как его потом поднять на самый верх. Нет, это пик. Ой-ой-ой, здесь норы разделяются. А это вообще отсюда надо снять? Это же не отсюда. Я нашел пандус. Какой пандус? Это, как это сказать, платформу тащу. Пандус — это там, где инвалидные коляски заезжают. А, заезжают, ага.
Ну... Я его назвал, но интересно, как его теперь поднять наверх. Да, я немного подзаблукал в пещере. Где вообще проход, Юн? А. Или нет? Так, так, ага, вот. Там я взял камень. Есть еще камень, блядь, я даже заблудил. Понимаешь, оно такое все ватное, как будто пинг, ну просто писец. Да, да, это может, кстати, состояние. Может реально, кстати, из-за пинга. Хотя по идее, по самому дискорду вроде было по-нормальному по интернету. Там... Кололаз. Мы можем, в принципе, так, следующую локацию, которую будем проходить, я могу попробовать подключить мобильный типа интернета, и вы скажете потом, лучше или поменялось что-то или нет. Так. Сейчас. Вот там тоже сдох. Ага. Так, мы вот у красного вагона. Ты что там? Пока я ищу выход с пещеры. Ненавижу пещеры, я у них никогда не умел ориентироваться. Тоннели, пещеры. Вообще под землей ненавижу. Блять, ну это опять тупик. А я тут нашел какую-то решетку. Вот это ж я ищу к ней выход с пещеры. Блин, почему? Понимать надо. Я зато уже, ой, кучу уже кубиков, кучу снес. Я, кажется, нашел. Блять, что там такое? Ой, с фонарем подняться. Ой, я прям его даже за колечко взял. Тебе что, там палка будет для того, чтобы открыть эту штуку? Да, 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 палка. Бля, я не могу найти выход. 4 здесь кубика. Так, сейчас пойду водички принесу. Блин, я не... Подожди, не могу найти проход туда. А у вас там палки нету? Она ж... Сама она... есть? Там. Вот, мы ее, походу... Она там внутри, да? Видим, да, она внутри. А вам не видны лучи света? Может, вы видите, где я пытаюсь бродить? Это не видно. Просто лазю, 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 лазю. Я вроде только в тупики попадаю. О, видел только что где-то свет промелькал. Да? Где-то был? Угу. О, опять где-то там вот что-то мигает. Здесь у меня тупики. Где-то близко. У тебя есть вверх проход именно? Ну, подожди, я могу вот так вот глянуть. Ага, вон дерево. Я, блядь, сейчас боковым зрением найду. О, что-то у меня, что-то мигает свет. Где-то вот здесь вот, норы эти. Вот тупик. Блин, не могу найти. Сейчас нету. Вниз. Но оно типа через текстуру чуть передает свет. Нет, похоже, да, так близко. Понял. Через текстуру. Здесь. Наверное, куда-то я падаю. Надо да, вверх подниматься, по идее, а не падать. О. Да, принес и водички. Угу. Я... О, наверное, я на правильном пути. Давай. Давай. Тут как раз этот канат, сейчас мы все трое вот, полетим. О, вот это, походу, оно. Да, есть, я нашел. Там надо было просто в дырку в полу упасть. Пацаны, я здесь. Вижу тебя, да. Давай, ух, спихай палку. Давай. Она не прошла точно. Может, я не том, тем концом ее сону.
она очень грубая, эта палка. Ты можешь поднять ее чуть-чуть? Просто да, взять другим... с двух рук вот так поднимать, и тогда уже целиться. Или... А, там вверху дырка, я увидел. О, Разок. Этим концом короче она. Блять, солнце в глаз светит. О, ну о, оно о, сейчас... О, есть, прошло. Разгинай. Гнется? Да, гнется. Гнется! Залазьте! О. А чё залазить? Вульву эту залазьте! А что нам там? Там надо эти драценные камни носить в кучу. Будете помогать. Я там половину кучу снес. Берите кто-то фонарь, будете светить. Любовик, бери фонарь. Или давай, ладно, бери, побери. Хватай, нужно подсвечивать. Вот здесь без фонаря, все, мы заблудимся просто. Так, тут тупик, тут вверх. Сюда, я так понимаю. А? Ой, блядь! Прыгаем, веную. А, падайте. Наверное... Как ты туда-то прался? Давайте, наверное, мне фонарь. Я примерно знаю, вот что, куда они, идти да? надо. А куда так, их сносить, вот эти в одну кучу штуки? Просто нужно. Так, три куба здесь. И есть еще выше кучка. А ну вот сюда, наверное, налево. Подожди, да я разберусь. Так что, их брать или нет? Пусть нет. Эти... Или берите. Каждый. Заберите, вы их сможете куда разобрать. Куда просто тащить? Просто берите в руки и тащите их за мной. А, ну разве что как фонарик. Ты бери два, и Володя один возьмет. Так. Я два взял. О, так, его и взял. Теперь я, блядь, искать еще. Да, вот тут ты зашел, значит. Да, да, здесь я позабирал, получается. Я не и получ... А, вот, наверх вижу путь. Наверное, вот сюда наверх. Медленно мне с фонарем идет. Так, ищите свечи. О, вот еще целая куча. Есть, нашел. О, вот. Да, во, вот сюда их. Носите, ложите их в кучу, должно сработать. О, я услышал у Володи дзынькнуло тоже. О, Вика, да. Ингнуло. Теперь ищем тот выход. На выход. Теперь ищем тот выход, который я искал все это время. А он, получается, был. Реально, попробуй еще найди его. Да, да. Мы же там падали вниз. Там где-то должна быть дыра в земле. Ищите дыру в земле. Ну, походу, нам надо подниматься не там, где мы падали вниз, да? Да. Я возьму один себе для освещения. Да. Где-то вот... Так, далеко не разлазьтесь. Так, вот она, похоже. Где вы там? Так, я вижу Вовика. Да, вот сюда вижу, поднимайте. Вроде пошел. Бы вот это, вроде бы вот это вот она, дырка вот эта в земле. Где? Нет, это не она. Ты сейчас туда спускаешься. Не-не-не, я ошибся. Не она. Не она. Это фонарь тяжелый. Вверх, нам походу вверх надо все равно. Вот так вот. Вот тут есть... Прямо, либо налево. Я налево гляну. Во, вот это вот здесь я ходил, ну, зондировал боковым вижу. Зрением. Потом где-то я спустился ниже. Лампочки ну, там. Там пик, наверное, знаю, туда, что куда лампочки. Вот здесь, где лежат куча наша. И от кучи у нас... Ну а что, там вверху ничего нет. Так. Здесь ничего нету, блин, где же оно? Вот я только-только нашел, и уже опять мы ее ищем, не могу найти, где это. И мы втроем ищем. Так, нам было там один вот этот положить из ну видишь, заданка была на то, чтобы сложить. Нет, так ты нашел, положи изумруд, потом бы шли, собрали. Тоже не нашел. Тут что-то с этим зеленым. О, походу нашел. Но о, нашел. Идите ко мне. Идите на свет, желтый.
Ай, на свет. А ну как-то здесь так нарыто. Так, Володя, где? Ну, вот, вроде бы, вот вроде бы тоннель. О, да. Фу. Дальше туда вверх. Да, вот туда, куда ты пошел, правильно. Ага, а тут бросаем и прыгаем, да? Угу. Все, выбрались. А ну, видишь, как-то там эти тоннели накручены так, что не видно. А тогда ты меня затягивал вроде бы за цилиндр. Так, ну что, тарзанка, да? Да, только хвататься надо аккуратно, не бросить канат. Да. Двумя руками лучше крепко держаться. Подожди, надо ниже, да, где-то вот ты себе взял. Возьмись, Вовик. За канат. Что, прыгаем? Да, нам в какую сторону надо, смотри. Вот туда. Да вот сюда, походу. Мы долетим или так, раскачиваться надо? Раскачаться, наверное, потому ой, что что-то мы мало. Блин, а там стена. Ну, все равно давай раскачиваться. Я думаю, здесь мы как-то синхрон поймаем назад втроем. Вперед, да? Вперед. Вперед. W. Еще разок, да? Назад. S. И да, на этом мы прыгать, да? Следующий, а то здесь прыгать, да, наверное. И вперед. W. И пускай! Пускаемся. Эти два не долетели. Мы упали, да. Ну пофиг, ты ж долетел, да? Вовка, тебе дымкнуло или нет? Да, да, что-то дало золотом. Вовик, иди там сохранение сделай, чтобы мы туда попали. А, понял, понял, понял. Иду, иду, иду. Бу-бу-ба. Бу-бу-ба. Вообще туда надо не по канату добираться, но это мы так. Да, но там, где вы залазили через красный ящик, там был проход. Типа! Что-то я пока не вижу сохранения. Ага. Уже я еще лезу. Ай, если я хочу сказать, я залез не туда. Или что? А это ж надо было вот отсюда, да? Вот так ручонки поставить. Прыгнуть сюда. Ой. Я буду, блядь, скалолазанием заниматься. Блядь. А следующее достижение мы тогда сами ощупали. Да, мы просто решили весь мусор выбросить с дому. Мы просто решили все выбросить. Там телевизор в окно, там, ну все. Мы о, даже не поняли, за что дали достижение. Можно сдохнуть и появиться там. Угу. И... Так, где зеленый? А он летит где-то об дерево жахнулся. Оглушило. Он, походу, за дерево зацепился. Да. Так, давай это торжественно, Володя, откроем двери. Я в левую, левую половинку открываю, ты правую. Рука не поворачивается, смотри. Она бывает за шиворот там, да. Ты, наверное, за шею держишься. Давай, чё, открываем, она... Володя. Проходите. Володя, заходи. Здесь вот колонки вроде бы нужно выкинуть. Это будет достижение, громкие соседи. Нужно с балкона выбросить колонки. Но мы выбросили просто все, что было в этой квартире. Все, что в этой комнате. Даже, помнишь, мы еще занимались ерундой, мы все стекла выбрасывали. А тут стекла, да? Да, да, мы там можно разбить. Стекла выбрасывали. Да, мы были занимались это стекла, а куски, куски были большие, мы вдвоем куски поднимали. Опа! Ушел. О, есть, есть, услышал. Громкие соседи, это достижение. И вот здесь уже конец локации. За 40 минут мы прошли. О,
Мы их еще выкинем, да? Мы телек вроде бы долго не могли выкинуть, да? Да. Калакульт. Блин, не хочет. Надо не сбивать. Надо что-то почти... твердое, чтобы разбить окно. Подождите, а мы вообще правильно его выбрасываем? Чтоб земли не было, чтобы оно как оно выпало. Вот туда. Ушел мониторик. А куда, откуда оно появлялось? Куда девалось это? Или оно не появляется? Не знаю. Может, некоторые вещи, ну, не важны. А у диванов еще и подушки отдельные, да? Да. Там где-то должна быть это вот. Нету там подсказки? Что? Подсказки, потому что там показывалось диванные подушки, подсказки. А, вообще. Так мы уже выполнили. Мы выполнили достижение. Там колонки нужно выкинуть только, и все. О, нет, а Жень, подсказка. А ну подкинь. А? Подсказка. Я такого тут не видел, чтоб типа вот это там, где обучающая подсказка. Опа, кто может? Сука, ну твой, блядь, жирный. Блядь. Оп. Я на крыше дома своего. Из дивана. Где там выход? А там выход какой-то тоннель, да, из дивана. Он тяжелый. Еще можно предметы двигать, когда ты липнешь к предмету, например, тяжелому. Можно еще прыгать, там он сипается, так пытается. О, смотри, вдвоем как хорошо идет. Так хорошо идем, но еще надо выйти. Ты с ними прыгать. Блин, вот я назад. Оп. Пошел сейчас. Бросаем. Пол диван. Все. Об дерево там. А где-то там предметы то ли на дерево падают, то ли куда. Что, мы завершаем уровень? Мы достижение сделали. Давай диван еще закинем. Давай, бери с той стороны, я с этой. Оп. Боже, ну, казалось, на диван метя вместе с диваном выбросим. А вот садись, давай, мы его так в диване его поносим, покачаем, как короля. На руках. Запрыгивай в диван и хватайся за подушку. Пристегивайся. Оп. Пристегнулся? О, а мы вообще можем понять, пульт? Он не пристегнулся. О. Давай выбрасывай его. Давай. А он пытается. О, залез, залез, смотри, залез. Оп. И... Жень, руки выше поднимай. Да я уже поднял максимально. Сейчас я перехвачу. Меня выбрасывает с дивана. Все, у меня выбросило. Что ж такой диван? Тяжелый, ё-моё. Почему-то диван тяжелый. С Вовиком, подожди. Оп. Оп, выкидывай. Подушка улетела. Он сейчас там где-то на дерево полетит. Блин, что у меня рука прилипла. Ты сейчас появишься, наверное, вот там, где дерево. На дерево, да. Ай, кинь уже этот диван. Поднимай выше, голову выше. Ты ниже его хватай, сильно высоко хватаешь его. Угу. Нагинайся раком, не бойся. Ну, о, наконец-то, ё-моё. Ой, Вовке подушка по башке дал. Слушай, пингует довольно-таки хорошо. Да, у меня начало тоже. Тоже. Ну, еще две детальки, и может быть будет тысячу. Ой. Здесь больше нету достижения. Громкие соседи, это выкинуть две колонки. Ну все, тогда пошли на выход. Да. Как раз будет 45 минут. Тут прям сразу обрыв оказался. Ага. Это какая-то стройка или как там называется? Кто-то безопасно упал, кто-то нет. Так, ребяточки, на этом тогда серию заканчиваем. В следующей серии мы продолжим проходить эту локацию груза, подъемка, стройка. Всем спасибо за просмотр, всем пока.